«Металл, стекло и палец». Все о мобильных развлечениях на glafi.com. Привет, друзья, на связи Грим Оптимист, и сегодня у нас будет такой небольшой новостной видос. Я просто не мог обойти своим вниманием эту вот тему с индивидуальными боевыми заданиями на новые танки, которые все ждали. Конечно, Муразор уже делал свой, скажем так, видос, да, на эту тему, за что ему большое спасибо, но у меня будет несколько, скажем так, расширенный такой вариант, то есть появилась новая информация, которую мне показалось интересным до вас донести. Пользоваться в качестве информационного ресурса я буду, ну, тут скрины из ЖЖшки, да, танковой нашей любимой, ну, и также из группы ВКонтакте под названием Foster Than All, лучшие новости мира танков, я вот сам на нее недавно подписался, это не реклама, сейчас сразу говорю, то есть просто, ну, как бы ребята предоставляют очень быстро всякую интересную информацию, кому надо, вот можете зайти, скажем так, ссылочку в описании куда-нибудь прикреплю. Это как бы, ну, в благодарность им за ресурсы. Значит, во-первых, первая информация, то, что спрашивают вот разработчиков, будут ли ограничения по времени, да, или не будет на задание. И нам Эвели сказал, что будут сезоны, но они будут длинными, до полугода. То есть на выполнение, я так понимаю, вот этих вот индивидуальных боевых задач, чтобы получить вот эти танки, где-то около полгода будет. Вам кажется, что это же дохрена, да? Ну, на самом деле довольно спорная, скажем так, тема, и к этому мы сегодня еще вернемся. Следующая новость, вот, касательно боевых заданий, вот по поводу, по поводу стоимости. То есть для того, чтобы получить, по крайней мере, сегодня мы говорить будем в основном про объект 260, потому что, ну, по моему мнению, он является самым интересным танком, да, из всех, что нам предлагают, и самым сложным в получении. Соответственно, говорить будем про него. Чтобы получить его, нужно будет, во-первых, получить все предыдущие танки, то есть там штук 4, Т-28, этот концепт, или как он там, и этот Т-55, немецкий, да, этот. Потом только вы сможете получить объект 260. И вам нужно заработать 20 токенов. Вот за выполнение будет всего 5 задач, в каждой задаче будет начальная, скажем так, и второстепенная, основная и второстепенная задача. Нам говорят, что за выполнение первичной миссии дают 4, за выполнение вторичной 1. То есть получается, что, учитывая, так как 5 очков для одного класса техники, вот, а этих классов всего 5, то есть если выполнить все основные и дополнительные задания, да, второстепенные, то мы заработаем 25 очков. Но если выполнить только 4, по 4 классам техники, и основную, и второстепенную, то будет 20 очков, которых тоже хватит, чтобы открыть. То есть если выполнить в том числе и дополнительные задания, то можно на один класс техники забить, то есть не делать. И, друзья, как бы в этом даже есть определенный смысл, как окажется. Вот. Ну, то, что я только что сказал, тут подано в виде текста. Ну и теперь самый трэш, вот, значит, про сами задания. Вот, вот наше задание. Вот. Ну тут частично, допустим, про штук 4 будет, да, вот тут говорят нам то, что есть основная и второстепенная цели. Если выполнять только основную, то получается 4 очка, если еще и второстепенную, то 5 всего. То есть за второстепенную 1 очко, как я только что говорил. И тут приведена в начале для примера задача на штук 4. И задача тут очень легкая, то есть попасть в топ-10 по опыту за бой. Ну, как бы согласитесь, что, ну, это вообще нет, это не то, что не проблема, это вы в первом же бою просто ее выполните. Награды 50к кредитов, помимо того, что вы получаете там токены свои, да, 50к кредитов. Вот, если вы еще при этом выживете, то получите еще 25к кредитов, и, соответственно, 1 очко получается. Для ТТ нужно уничтожить один танк за бой, тоже выполните в первом же бою, я уверен. И получите за это 50 тысяч кредитов. И если вы еще нанесете 1000 дамага при этом, то вам выдадут еще 25к сверху. Тоже, ну, элементарно просто. Я не знаю, как можно играть на тяжелом танке, чтобы не нанести 1000 урона. Это надо постараться. То есть задания на штук будут очень легкие. А задания на объект 260, про который мы сейчас поговорим, да, они будут адски сложные. И я хочу на этом сегодня остановиться поподробнее, скажем так. Вот, значит, дадут нам, во-первых, экипаж из девушек, да, ну, это ни на что влиять не будет, просто будут, как говорится, бабы за рулем, что не уверен, что будет хорошо отразиться на геймплее, да, ну, это шучу, конечно, но суть вы поняли. И помимо этого дадут еще 500 тысяч кредитов. Ну, 500 тысяч кредитов, это на самом деле совершенно немного, как бы, если бы не 5 лямов дали, это было бы интереснее.
Вот, и говорят, что приведенные ниже задачи необходимо выполнить в одном бою. По мнению администраторов, это задание, вот то, что будет ниже, это задание на объект 260. Вот, значит, первое задание на ЛТ, чтобы по вашему засвету нанесли 8000 урона. Это основное задание и второстепенная задача, чтобы еще и пятерых хлопнули по вашему засвету. Реально ли это сделать? В принципе, это реально. То есть, но, во-первых, вам, ну, естественно, вы должны быть на легком танке, подходящем для этого. То есть, есть у нас легкие танки, которые для этого не будут подходить. Такие, например, как Бульдог или этот, Т-49. То есть, ну, большие сараи. То есть, и, ну, я не уверен, что у них это выйдет просто в силу того, что они не смогут. Это, то есть, нужен какой-то танк, легкий танк, да, с хорошим, все на обзор. И вы будете просто стоять в кустах, светить пассивно. Скорее всего, то есть это давать время от времени какие-то активные подсветы, светить пассивно из кустов. И если вам очень повезет, если у вас будет просто лучшая команда войны, которая будет арта, которая будет кидать по вашему засвету, ПТ, которые будут накидывать и еще убивать при этом противников, при этом вам очень повезет с картой еще, и ваши противники окажутся дебилами, то в этом случае это реально выполнить. Но шанс, то есть, вот, знаете, пойти и сделать вот так вот, заморочившись, типа, вот сегодня я выполняю задачу на ЛТ, не факт, что получится. Вы можете месяц каждый день пытаться его выполнить, и у вас ничего не выйдет. В то же время, если, ну, выполнить это задание, если вы рак, скорее всего, вообще не получится. То есть, если вы не умеете играть на ЛТ, я вот не умею, я, скорее всего, ну, у меня на это может, я не знаю, 2 месяца уйти, пока я научусь, пока то, пока все. То есть, я понимаю прекрасно, что это задание для меня вряд ли выполнимо вообще, в принципе. По крайней мере, сейчас. Следующее задание на средних танках. И, как ни странно, это задание более чем, ну, нормальное. Это уничтожить 3 или больше ПТ-САУ на один уровень выше вашего. Второстепенная задача — выжить, выиграть и нанести 3К дамага. Более чем реально, у меня были такие бои, я даже сейчас помню. На Паттоне я убивал 3 ПТ 10 уровня. Это сделать можно. Я не буду говорить, что это сделать просто, то есть, ну, конечно, если прямо заморочиться, то есть убивать, вот именно агриться на ПТ, стараться их добить, то есть, это сделать довольно несложно, то есть, взять тот же самый паттон, там, зарядить его голдой, там, или взять какой-нибудь другой танк с хорошим пробитием, типа, этого, я не знаю, этого Центуриона 7-1, да, этот, который 9 уровня, ну, там, или какой-нибудь танк, просто ПТ-10 их очень много, ПТ-9, 3 штуки на команду, это надо постараться, а если ты зайдешь на девятке, то попасть в бой, где много ПТ-10, очень легко. Бывают бои, где там просто 8 ПТ-10 на команду, соответственно, ну, убить их не так сложно. Вот это реально, или взять 54-ку на фулл голде, то есть, да, там, в рубку просто, там, как панзер разнести, да и все, и без проблем. То есть я к тому, что это задание выполнить более чем реально, и это по мне вообще самое легкое задание. Ну, не самое легкое, но одно из самых легких. Следующее задание меня повергло просто, честно говоря, в истерический смех. Это вам нужно накопить на тяже 20 тысяч дамага. При этом вытанкованный и нанесенный урон складывается. Вторичная задача — выжить и победить. У нас, друзья, так получилось, то, что тяжи они либо танкуют, либо дамажат. То есть, допустим, Т-57 Heavy и MX-50B они дамажат. Да, там Маус, какой-нибудь там ИС-7 они танкуют. Единственный танк, нам нужен танк, который умеет делать и то, потому что тупо натанковать 20 тысяч дамага это практически невозможно. То есть я таких боев за все время видел несколько только, и то там на вот реплейсе, там на маусе пара боев, может быть на сотке. То есть это, ну, шанс это сделать, это очень маленький. То есть это должно быть такое ядерное везение, что, которое бывает у одного человека там из нескольких миллионов. Ну, вероятность можете сами прикинуть. Идем дальше, то есть нам нужен танк, который еще при этом может дамажить. То есть, ну, мне на ум сразу пришла только сотка. Сотка на кумуле. Сколько вы сможете нанести в ней с нее урона в хорошем бою? Ну, где-то 6 тысяч, это реально, 5-6 тысяч. Это хороший, очень хороший бой. При этом вам еще нужно натанковать 14-15 косарей урона. Мое мнение, что выполнить это задание тупо невозможно. То есть только случайно. Если вам очень повезет, если ваши противники будут дебилы, вот, конченые, которые будут вам стрелять непонятно куда. При этом не забывайте, друзья, еще такой интересный момент, то что у нас как бы, насчет этого я, кстати, не уверен, но у нас как бы урон, который впитывают ваши экраны и гусеницы, он не засчитывается вытанкованный, окей? То есть на сотке вы будете танковать своими бортами с экранами, и что, вам не будут засчитывать этот урон? То есть в этом случае это вообще тупо невозможно сделать, сразу говорю, то есть невозможно. Если все-таки будут засчитывать нанесенные, оттанкованные экранами, то в этом случае тоже невозможно, но
такой шанс у вас есть, если вы прямо вот дико фартовый какой-то парень, да, вы, ну, очень вам повезет, вы при этом еще и очень хорошо играете, это может быть реально. Но сколько человек это выполнит, я затрудняюсь сказать. То есть, по-моему, человек 5, у меня такое ощущение. То есть, это просто бредовое задание, лично мое мнение. Следующее задание — это нанести 10 тысяч урона на ПТ, да. И вторичная задача — убить 5 танков. Понятно, что вам понадобится ПТ-10, также, точно так же, как и, ну, техника 10 уровня, в основном для выполнения. Ну, за исключением разве что ЛТ. Реально ли нанести 10к дамага? Если вы зайдете на сайт What Replays, да, и... Давайте даже я... ну, я не буду сейчас заходить. Но суть в том, что поверьте мне на слово, если не верите, сами попробуйте зайти. Там, если вы зайдете, ну, выберете там ПТ и отсортируете их по нанесенному урону, то... Такие бои есть, где больше 10 тысяч урона. Но их, во-первых, мало, во-вторых, это только две машины, как правило. Это Waffentrager E100 и FV183. Все, больше никакая техника практически в этом не участвует. Там изредка может быть какой-нибудь Фош там или 268, но это их там, это редко бывает. Соответственно, вам понадобится либо ФВшка, либо Яга, точнее не Яга, либо Вафля, заряженная голдой желательно. Вот. И в этом случае есть такой шанс. Да, он опять-таки, то есть, ну, чтобы нанести 10к дамага, тут как бы скилла мало. То есть, вам надо, чтобы вам везло на точность, чтобы противники тупили, на вас выезжали и так далее. То есть, это надо, чтобы вам дико повезло, и при этом вы еще хорошо умели играть. При этом второстепенная задача — еще, говорю, хлопнуть 5 танков. То есть, ну, вероятность его сделать, она, конечно, выше, чем вытанковать 20к дамага на тяже, но... Это тупо на везение. То есть, вот тоже говорю, пойти и выполнить задание, типа, сегодня я сяду вот на ПТ и набью 10 тысяч урона. Вы можете месяц, 2 месяца, 3 месяца играть каждый день на вафле и не сделать 10 тысяч урона. То есть, вполне, если, особенно если вы, как бы, ну, не суперскилловик, то есть, у вас там, вы не лучше всех в мире играете на этой вафле, то не факт. Ну и последнее задание на арте. Попасть в первое место по опыту и донесенному урону за бой. Ну, это элементарно, на самом деле, сделать. То есть, я в каждом втором бою у нас арта в топе. То есть, берется просто какой-нибудь... Если вы умеете играть на арте, берется арта, какая-нибудь заряжается для верности голдой, там, ставит свой доп-паёк и все вперед. То есть, как бы, я думаю, что это, ну, за пару часов это сделать без проблем. То есть, получаем самое легкое задание на арте, потом на СТ, потом на ЛТ, потом на ПТ и на ТТ. Тупо нереально, вот эти два. Ну, вот это вообще нереально, это почти нереально, это... почти на 0,1 реально там и так далее. То есть, ну, задание получается просто трэш. И теперь ну, вот эту информацию Муразор уже предоставлял, я ее просто, как бы, ну, скажем так, повторил для закрепления. И теперь самая жесть. То есть тут разрабов спрашивают конкретно Шторма по поводу заданий, типа, кто придумал 20 тысяч заблокированного урона? 20, ну, он, типа, ну, видимо, это 20к общего заблокированного нанесенного. И Шторм отвечает, что статистика показывает, что такое возможно. При создании боевых задач мы считали, сколько примерно танков хотим раздать, и по этому количеству оценивали пороги по статистике. А то, что, как бы, вот по статистике это может и возможно, но это выполняют люди, как бы, говорю, которым просто тупо везет. То есть тут скилл вообще ни при чем. Это нормально? Нет вообще. Тем более, где эта статистика? Почему этих реплеев нету? Неужели человек, который столько вытанковал, он не захочет выложить свой реплей на What Replays? Да не поверю. И этих реплеев там три штуки, ё-моё. С таким заблокированным уроном. Вот. Вот, но нам говорят, Михаил, если не сложно, дайте информацию, сколько боев с такими показателями 20к настрельного заблокированного урона вы получили за патч 9.4. Он говорит... Просто после того, как урон в гуслю, вот про то, что я говорил, перестал засчитываться как заблокированный, набрать даже 10к заблокированного дамага практически невозможно. Я не самый клешнерукий игрок, но за последние 10к боев не припомню даже 15к совмещенного урона на танках. Получается, что и БЗ делают упор не на скилл, а на случай. Пока все это настраивается, сделайте, пожалуйста, более реальные цифры. ТТТ, повлечение... Он говорит... Какой-то странный ответ, сложно, конкретно этим вопросом не занимаюсь, просто наводил справки, что и как планируется делать. Вот, на скилл плюс случай, все-таки они просто на случай, при этом массовой доступности мы не предполагали, достигнув цели будет очень тяжело, будут цифры меняться или нет, пока сказать не могу. Какой тут скилл? Скилл на случай, ну я не знаю, по мне это бред вообще полный. То есть я просто посмотрев, вот скажем так, тут, ну вот говорят то, что там... Вот, говорят, когда к нам большая просьба, пусть составители этих задач лично покажут, как нужно выполнять эти задачи, желательно с складыванием боев на Твиче. Он говорит, надеюсь, вы сами понимаете абсурдность этой просьбы. Вот, ну понятно, короче. А может, это Шторм на самом деле был классом из Far Cry 3.
Вот, если, говорит, человек 10 получит этот прием, будет хорошо. И нам, говорят, планируем выполнение топовой задачи несколькими десятками тысяч игроков за 2015 год. Короче, друзья, итог какой? Никаких десятков тысяч выполненных задач не будет. Их будет там, ну, может быть, пару сотен от силы, и то это будут левые люди, которые вообще случайно эти, скорее всего, выполнят эти задачи. Вот, я вообще даже пытаться не буду их сделать. То есть, ну, я, может, выполню вот на СТ там, да, и все, на этом забью. Может, на ЛТ попробую ради прикола. Но я не буду. Просто зачем, как бы, убиваться, да, если ты... Я понимаю, что 99% и 99%, что я его не смогу получить. Потому что просто, ну, вряд ли мне так повезет. То есть, либо надо задрачивать целыми днями, опять-таки, чтобы повысить эту вероятность там на пару десятых процентов. Поэтому мое мнение, что это фейл полный. То есть, если они не поменяют хотя бы задание на урон и танкование, то есть, сделайте там 8 тысяч нанесенного урона на ПТ-10, да, ну, 8. 8 это реально нанести, то есть, у меня даже такие бои были. Правда, пару раз, но были. Да, я все-таки не самый клешнерукий игрок, но тем не менее. То есть, играю все равно лучше, чем большинство игроков, скажем так. Хуже, чем там, конечно, скилловики, но лучше, чем большинство. И вытанкованного урона нужно сделать не 20к, а 10. И нанесен. Ну ладно, окей, 12 тысяч. 12 вот сделать, это будет еще реально сделать при должном везении и желании. Но то, что есть сейчас, это просто смех и грех реально. Это бред. Лично мое мнение, пишите в комментах, как вы к этому относитесь. Я считаю, что это какая-то жесть. Полнейшая, и с такими вот заданиями на них просто все болтзы положат. Я вообще не представляю человека, который будет стараться вот реально их выполнить. Это, по-моему, какой-то, ненормальный человек, скорее всего. Так что, такие вот дела. Вам всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, что было познавательно и интересно. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте ставить большой пальчик. Скоро увидимся, друзья. Всем пока.